14 по 25 ноября проводится второй этап с российской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Если вы обладаете информацией о местах распространения наркотических и психотропных веществ, о фактах организации содержания наркопритонов, просим вас сообщить в отдел МВД по Заинскому району по телефону 70202, по телефону 02 или по телефону доверия 71421.